Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 сентября. Память святого мученика Варицава. Сей святой получил от одного пустынника кровь, истекшую из пречистого ребра Господа нашего Иисуса Христа, и совершал ею много исцелений. Язычники ночью убили святого Варицава, а великое сокровище, кровь Христова, было сохранено у его ученика. Мученическая кончина святого Варицава и его подвиги относятся ко второму веку. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.